Прокуратура Одессы выясняет, куда делись бюджетные средства, выделенные для строительства очистительной системы на дне Черного моря. Речь идет о проекте «Глубоководный выпуск». Работы за государственный счет еще 6 лет назад проводила коммерческая структура. Трубы по дну проложили, но сам объект в эксплуатацию так и не ввели. Чтобы все прояснить, правоохранители назначили целый ряд экспертиз, они задействовали даже водолазов. И вот выяснилось, стоимость и оборудование, и услуг компании была явно завышена. По данным прокуратуры, мошенники присвоили себе свыше 200 миллионов гривен. И еще 320 они умудрились отсудить у государства. Якобы им не доплатили за ряд работ. Правда, деньги эти бизнесмены так и не получили. На днях в Одессе прошли обыски. Подозрения предъявили 11 предпринимателям и бывшим чиновникам. И вот теперь им грозит до 12 лет тюрьмы. Фактично такий стратегічний об'єкт, як глибоководний випуск, не може навіть зараз зафункціонувати. Хоча державні службовці засвідчили, що такий об'єкт готовий до експлуатації.